На сегодняшний день 261 человек зарегистрирован с коронавирусной инфекцией в Одессе и Одесской области. По городу Одессе это 67 пациентов. Из них 15 человек находятся в инфекционной больнице из жителей города, и 7 пациентов из жителей области находятся на лечении в инфекционной больнице. На сегодняшний день только один пациент находится в тяжелом состоянии, но на кислородной поддержке, без аппарата ИВЛ. Остальные в средне-тяжелом состоянии и в удовлетворительном, готовящемся к выписке. 36 пациентов жителей города находятся на самоизоляции, под контролем лечебных учреждений города. 4 пациента Одрекса, по одному Интасана и военный госпиталь. Эти пациенты находятся под наблюдением семейных врачей. Им назначаются при необходимости лечения, либо если не требуется лечение, то просто наблюдение и контрольные тесты, быстрые и ПЦР-диагностика. На сегодняшний день уже 9 жителей города, в том числе один ребенок, выздоровели. Что это значит? Это значит два подряд теста ПЦР отрицательные.